Итак, ребята, всем привет! Давно не было видео на канале, поговорим про Parallels. Вышло обновление 19.2.1 с исправлениями ошибок в работе, с исправлениями ошибок зависания Windows. Ну и давайте обновим Parallels. Папка будет, как обычно, в Discord-сообществе и в Telegram-сообществе. Мы вернули Telegram-чаты. В честь нашего 5-летия мы решили вернуть Telegram. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Приступаем. Вот 19.2.0. Из России нужен VPN. Из стран Европы просто обновление. Так, давайте открываем VPN. Подключаемся. Подключено. Проверяем на обновление. Вот версия 19.2.1. Нажимаем скачать. Подождем, пока скачается. Нажимаем установить сейчас. VPN больше не нужен. Отключаемся. Закрываем это окно. Выходим полностью, закрываем. И вот на рабочем столе у нас патч. Отмечу сразу, что 19.2.1 требует отключения System Integrity Protection, это SIP. Видео, где мы отключаем SIP, я прикреплю. Вот тут с правой стороны будет, а также в описании. В первом закрепленном комментарии будет ссылочка на это видео. Отмечу, для маков с процессорами Intel мы зажимаем при включении Command-R, то есть мы идем в Recovery. А на маках платформы Apple Silicon мы зажимаем кнопочку включения, это Touch ID, и держим около 3 секунд, пока не появится надпись «Загрузка параметров запуска». И переходим к параметрам. Итак, переходим к активации. Открываем Patch Status. Не установлен. Нажимаем Install. Вводим пароль, закрываем это окно, патч статус установлен. Закрыли и открываем Parallels. Запускаем Windows. Заходим в систему. Действительно чувствуется, что исправлен баг подвисания системы. Люди жалуются, что на 19.2.0 немножко подвисает. Он здесь уже не будет подвисать. Данная версия у нас бизнес-версия. Давайте проверим с вами. Версия macOS Sonoma 14.2.1. Если данный ролик был полезен и понравился, лайк, подписка, комментарий. До встречи в новых роликах. Всем пока.